взять историю проведения мемориала Вагнера, то очень было много проведено вот этих турниров. И, конечно, в историю вписать первую позицию российской сборной на этом турнире, это очень неплохо. Вот. Но мы знаем, что побеждают сильнейшие. И побеждают именно сильнейшими становятся в стыковых матчах. И результатом я доволен, но недоволен работой в элементах. Над этим нам придется еще поработать. Вот. И очень важно, что мы сделали все то, что запланировали на этом турнире, и имели очень большой опыт поведения перед большой аудиторией. И надо отметить, что зрители, атмосфера была очень теплая и дружественная. Это помогало, я думаю, нам. Вот. И если брать сегодняшний матч, то несмотря на то, что и с той, и с другой стороны было варьирование состава, мы все равно принесли своей хорошей игрой и польская дружина, и наша. И интрига была до последних очков в пятом сете. Jeśli chodzi o historię memoriału, to na pewno cieszy pierwsze miejsce, które zajęliśmy. To jest bodajże drugi raz. W 2004 roku Rosjanie również wygrali, kiedy pierwszy raz brali udział w memoriale. No, w dzisiejszym meczu wygrał oczywiście silniejszy. Jestem zadowolony z rezultatu, ale nie jestem zadowolony z odpowiednich elementów gry. Zrobiliśmy wszystko w tym turnieju, co zaplanowaliśmy. Zrobiliśmy wszystko, co zaplanowaliśmy. W tym turnieju wypełniliśmy to, o czym rozmawialiśmy podczas naszych spotkań. Cieszy mnie bardzo ciepła atmosfera, która panowała na trybunach oraz ta przyjaźń, która jest widoczna między zawodnikami. W dzisiejszym spotkaniu rotowałem składem, gdyż to był jeden z celów. Walka była na pewno do końca.